Калмыцкий государственный университет успешно завершил набор на очную и заочную формы бюджетного обучения. Всего зачислено 1125 студентов. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, на очное обучение от абитуриентов было подано около 4000 заявлений, что на 1500 заявлений больше, чем в прошлом году. Конкурс составил 5 человек на место. Наибольшей популярностью пользовались такие направления, как международные отношения, юриспруденция, государственное муниципальное управление и зарубежное регионоведение. Хочу сказать, что меры безопасности были все обеспечены, и очень важно, тоже важно сегодня показатель, наверное, достаточно активный, что за этот период у нас все прошло благополучно, срыва либо приостановки работы приемной комиссии у нас не было. Как отметил ректор опорного вуза, наибольшее число первокурсников из Элисты, Целинова, Яшкульского, Лаганского, Кюбрульского и Кеченьяровского районов. Кроме того, студентами Калмыцкого госуниверситета стали жители из 27 регионов страны. Нижегородская, Челябинская, Ленинградская, Магаданская, Московская области, а также республик Бурятия, Хакасия и регионов ЮФО. В КалмГУ поступили также граждане Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана. Всего 116 человек, что составляет 16% от набора. Мы говорим о ключевом показателе, очень важно, мы эту задачу ставили перед собой, чтобы Калмыцкий государственный университет стал местом притяжения для жителей 13 районов и города Элисты, Республики Калмыкия. Поскольку мы опорный региональный университет, мы выполняем главную задачу, это подготовка кадров для Республики Калмыкия, это в первую очередь. И то, что 80% выбрали и стали студентами наш Калмыцкий государственный университет жители Калмыкии, это еще одна победа всего коллектива Калмыцкого государственного университета.